7 часов утра, 1 ноября 2000 года. Аэропорт, город Ивано-Франковск, Украина. Чартерным рейсом из Лондона прибыл самолет с отгорским раввином Лондона Фридманом. Его сопровождало 180 садгорских хасидов со всего мира. После утренней молитвы в аэропорту и размещения в автобусах хасиды отправились в путь. Цель поездки – Садгора. Двенадцать часов дня, 1 ноября 2000 года. Город Вижниця, Украина. Цель остановки – посещение старого еврейского кладбища. Вижниця – небольшой городок в живописных Буковинских Карпатах, основан в конце 14 века. Большую часть населения составляли евреи. Это было отличительной чертой Вижницы. Осмотрев старое еврейское кладбище и помолившись на могиле раввина Менделя Хагера, основавшего в 1850 году династию псадыка в Вижнице, гости отправились в путь. Что же их так увлекло в Садгору? Садгора, Садагура, Садагора, Садгура, Садгера. Все это означает одно и то же место. Сегодня это район города Черновцы, а некогда абсолютно самостоятельный типичный еврейский городок. Основан он в 1770 году бароном Питер Николасом Гартенбергом и связан с началом строительства монетного двора. Название свое получил по фамилии основателя. Первые евреи поселились тут в конце 17-го столетия. В 1775 году в Садгоре проживало 186 евреев. В 1914 году их было уже 10 тысяч человек.
Это были торговцы, сапожники, плотники, жестянщики, фирманы, адвокаты и банкиры. В Садгаре было более 11 молитвенных домов, две больших синагоги, своя школа. Первая трагедия произошла в начале Первой мировой войны. Город был сожжен и ограблен. Многие евреи были отправлены в Сибирь, из которой вернулся лишь один – Херш Луттингер. В конце войны еврейское население Садгары составляло 600 человек. Позже оно никогда не превысит 2000. Наступило время заката. В начале Второй мировой войны в Садгаре расстреляли 186 евреев. Многие садгорские евреи были высланы в Транснистрию. Лишь немногие смогли вернуться из тех концентрационных лагерей. В 1944 году в Садгаре проживало 5 еврейских семей. Не было ни одного молитвенного дома. Еврейское кладбище было осквернено. Надгробные камни вырваны и использованы для мощения улиц. Город прекратил свое существование как еврейское поселение с 170-летней историей. Вскоре Садгара стала одним из административных районов города Черновцы. На этом закончилась история Садгары как города. Дело в том, что Садгара была некогда важным центром хасидизма. Именно тут, на разрушенном и неухоженном еврейском кладбище, покоится прах одного из основоположников религиозного течения хасидизма, безусловно яркой личности, цадика Исраэля Фридмана из Рушина. Исраэль Фридман родился в 1797 году в четвертом поколении цадиков. Он прожил 54 года и был похоронен на Садгорском кладбище в ноябре 1850 года. Могила Исраэля Фридмана долго была заброшена. Все меньше и меньше она напоминала почитаемое место. К счастью, нашлись неравнодушные люди. У истоков идеи возрождения этого священного для многих места стояли депутат городского совета Илья Хоч, раввин Черновицкого региона Ноих Кафманский и известный еврейский писатель Иосиф Бург. Благодаря этим людям за короткое время над могилой Исраэля Фридмана был возведен шатер праведника. Круглая дата, 150-летие со дня смерти цадика, привела сюда садгорских хасидов, разбросанных по всему миру. Это были его последователи и потомки, живущие ныне в Израиле, Америке, Англии и Бельгии. Возможно, когда-нибудь мы вам расскажем об интересной жизни Исраэля Фридмана. Но это уже будет другой фильм. Главный садгорский раввин Лондона, прямой потомок Исраэля Фридмана из Рушина, поклонился святым местам и поблагодарил депутата Черновицкого городского совета Илью Хоча и главного раввина Черновицкого региона Ноиха Кафманского за содействие приезду садгорских хасидов и возведение над могилой цадыка шатра праведника. Гости с интересом осмотрели древнее еврейское кладбище, а после этого они отправились в садгорскую синагогу. Thank you.
Исраэль Фридман – полумистическая экстравагантная личность, биография которого наполнена мифами и легендами. Это был лидер одного из самых больших и влиятельных хасидских приходов XIX века. После молитвы на могиле Исраэля Фридмана был поминальный обед в когда-то красивой, а сегодня разрушенной и варварски изуродованной Садгорской синагоге. Внутренние стены этого зала были расписаны известными художниками. Занавес перед Тора был украшен натуральным жемчугом и драгоценными камнями. Зал освещало множество хрустальных люстр, и по пятницам, воскресеньям и праздникам пел кантор. Эти стены видели множество паломников. Жаль, но сегодня об этом уже мало что напоминает. Что чувствуют, о чем думают потомки садгорских хасидов, находясь в священных для них местах? Сложно сегодня сказать, какой след мы оставим после себя, но точно знаем, Исраэль Фридман оставил о себе долгую память благодарных потомков и последователей, а еще эту некогда прекрасную синагогу. Должны ли мы сохранить эту синагогу и передать ее будущим поколениям? Вечером того же дня садгорские хасиды улетели в Лондон. Какое продолжение будет иметь первый массовый визит хасидов на Буковину, покажет время. Приезд Исраэля Фридмана в Садгору принес городку процветание. Это так же верно, как и то, что история Садгоры как еврейского поселения закончена. А может, это еще не конец? Не конец. Не конец.